Наш круиз начинался 21 августа из города Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону – крупнейший город на юге России, расположенный на берегу реки Дон в 50 километрах от места ее впадения в Азовское море. Нам предстояло пройти по реке Дон, по Волго-Донскому каналу, перебраться на реку Волга и по Волге пройти до самой Москвы. Круиз продолжался 11 дней и 10 ночей. Погода была прекрасной, а впечатлений было море. Аллея возле набережной, улица Береговая, вот наш теплоход, Максим Литвинов. Все, вот отходим от причала из Ростова на Дону. Нас тут провожают. Чтобы стать вашими фотографами и получить ключи. Прощальный парад. Каюты номер 223, 213, 311, 314. Пожалуйста, подойдите на рецепцию. Вам прямо сейчас песня. Вот так и концерт.
И он, казалось, был немыслимо далек. От него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. От него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чайки у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чайки у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Ну что ты медлишь? Не пойму. Скорее прыгай на корму. Эй, котелок, ну что ж ты к берегу прирос? Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти. Пусть концы нам бросит с пристани матрос. Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти. Пусть концы нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чайки у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии зайдем. Мосты, причалы, а потом Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии зайдем. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чай. У затона рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не сумели. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чайки у затона. Щупывал я брод, огромный белый теплоход тебя совсем в другую сторону увез. Пока на
нащупывал я брод. Огромный белый теплоход тебя совсем к другому берегу увез. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, плесы, чайки у затона. Рядом, рядом омуты и мели, мы до них добраться не сумели. Итак, уважаемые дамы и господа, разрешите приветствовать вас здесь, в нашем конференц-зале, где начинается ваше самое яркое, самое незабываемое, самое интересное путешествие по нашей стране на борту шикарного теплохода. И называется он Максим Литвинов. Добрый вечер, дамы и господа, это Максим Литвинов. Всем привет! Слово директору нашего круиза под ваши громкие аплодисменты, Юрий Михайлович. Спасибо большое. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Для нас большая честь приветствовать вас на борту теплохода «Максим Литвинов». Весь наш большой коллектив приложит все силы для того, чтобы вы остались самыми лучшими впечатлениями на борту нашего теплохода, о путешествии на борту нашего теплохода. Дорогие дамы, дорогие господа, для меня большая честь представить вашему вниманию самого главного человека на борту нашего корабля, капитана теплохода «Максим Литвинов», гордого Владимиру Николаевичу. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие гости. Позвольте мне также поприветствовать вас на борту нашего теплохода «Максим Литвинов» и поблагодарить вас за то, что для своего отдыха вы выбрали именно наш теплоход и нашу компанию. Я уверен, у вас впереди увлекательное путешествие, и каждый член экипажа постарается сделать все возможное, чтобы круиз получился для вас интересным и комфортным. Спасибо, что вы с нами. Я тебе дарю оберег, пусть изменит полстрелок бег, больше века длится праздник твой, дымом растворится день пустой. Идите на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье. Побежите, идите на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.